Мега-пулемет Горохострел, ты посмотри, что творит! Это чисто пушка Горохострел, друзья, вы посмотрите на нее! Какими горошинами, главное, стреляет! Ой. Это что за Горгонтюа такой? Хва, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть Растения против зомби. Первая часть — это модификация гибрид. Обязательно поставь свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, уведомления плюс расписание. Ну и там как раз ты сможешь скачать на ПК версию гибрида. Так что залетай. В общем, ребят, продолжаем. Я очень хочу мини-игры поиграть, потому что мы... Слушай, звездопадку должны сегодня открыть. Лучше бы вообще вот этот Стена Орех, он, говорят, вообще очень крутой. Это, по-моему, вот это зелененькое, вроде как они обратно, зомбаки, начинают идти, а здесь просто замедление. Блин, это очень круто, это прям очень круто, ребята. Так, а куда мы с тобой? Ну что же, ребята, давай глядеть. Так, нифига себе, вы что, серьезно? Так это имба. А вообще мы могли на водичку, кстати, посадить, да? Так, а как он? Автонаводочка! А, ну, можно подождать, в принципе, пока что... Блин. Вы понимаете, что это мега имба? Типа... Как вот, вот это контрить? Сейчас этот чел вылезет, и смотри, арбузы полетели в него! Красавец, молодец. А это что такое? Это кто такой? В каком-то капюшоне или что это такое? Ну, кстати, челик-то так-то... Что-то челик как-то, я не знаю. Тяжело его. А, вот, все. Нормально. Так, пофиг пока на него. Так, я думаю, на всякий случай... А, это типа защита, да. Защита пропала. Ладно, ничего страшного. Пень сюда ставим. Я думаю... Ой, блин! Чё-то я вот... Просто потопили бедолагу. Ну вот можно на водичку, да, ставить. Так, нам нужен горшочек. Братан, ты не вовремя. Хорошо, что эти нам помогают. Прям вообще отлично. Ну, конечно, тут Горгонтюа будет, а? Ты погляди на него. Красавчик. Красавчик, а? Так, пень. Не, все, ребят, тут даже можно не собирать. Звездочка сюда. Отлично, 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 отлично. Так, следующий, следующий уровень, ребята, возобой. Ох, ничего себе. Офигеть, король кабачков, а. Это что за новый зомбак? Тихо, 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 тихо. Братиш. Нифига себе. Зомби. Какой-то такой защитой. Помнишь, вот эту защиту мы ж с тобой во фьюжене видели? Ничего себе. Так, короче, начинаем с этого рядочка. Блин, и так, и сяк, это вообще прикольно. Ну давай, 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 вали его. О, хорош. Не успел дойти, это... Это что за покемон? Огненная капуста? Дядя Миша, вы чё там тащите? Ой. Это что за Горгонтюа такой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, пока поставим. Что за... Что за... Что за... Это что? Я что-то вообще не понял. Зомби... Я за зомби начал играть или что? Там карточка с зомбаком, прикинь, была. Это что такое? Как это... Вот
Как это? Так, дядя Миша. Ну-ка. А-а-а! То есть можно его пустить на другой рядок. Такс. Вообще хорошо, отлично. Это такое себе. Ага. Да пусть валят, в принципе. Огненные. Все, главное, ребят, не торопиться. И все. И все. И все у нас будет так вообще замечательно, прям хорошо. И эта огненная штука так-то урон дает. Главное, чтобы не Гаргантюа, понимаешь? Давай вот на этот ряд. Молодец, молодец, молодец. Красавчик. Давай огоньку там. Братан, ты уверен, что это можно законтрить? Ты уверен? Можно же вот так сделать. Такс. Сюда. Давай, мелкого. Давай, ну это жесткий, жесткий, жесткий. Хотя с такого расстояния, по идее, должен. Давай, 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 давай. Побеждай, побеждай, побеждай. Хорошо, хорошо, хорошо. Дядя Миша у нас грузчиком устроился. Нормально, братишка. Ну куда ж ты все вот тащишь? О, хорошо, 50 солнышек. Так, следующий дядя Миша что даст? Ну-ка. Нет? А, вот так вот, значит, да? Прикольно. Ага. Прикольно вообще. Так, и мы уже накопили, нифига, благодаря дяде Мише так-то. Ну-ка давайте, ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, погодите, ну что ж вы творите, блин, вообще хорошо, ну правда тут, так, но этот ряд, а-а-а, ой, хорошо, верно. Так, погоди, 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 братишка, погоди, блин, мы там, к сожалению, ну ладно, 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 ладно. Нормально, я думаю, нормально, должно, должно. Сейчас. Так, тут грибочек должен что-то сделать, придумать. Ну, он что-то урон какой-то наносит, но... Так, тут можно, знаешь, по-хитрому как бы сделать. Вот как бы так его сейчас пока останавливать. Хорошо! Гаргу, мы смогли тут сейчас... Погоди, подожди, подожди, братишка, погоди. Так, 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 что тут у нас? Капец. Нам хана. Ребятки, ребятки, ребятки! Это капец, мы на волоске были. Это прикольно. Это было прикольно. Все, сюда. Фига, фига как получилось. Но мы прошли этот уровень. Очень прикольный. Очень прикольный был уровень. Так, ну что, пацаны, еще один возобой? Или что? Или какие-нибудь другие мини-игры? Ребят, наверное, вы хотите что-нибудь другое. Так, звездопадка у нас есть. За 15, блин, прикольно было бы. Угу. Слушай, слушай, погоди, погоди. Тут вот всего просто навалом. Давай вот это поглядим, что это такое. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что у нас? Ничего такого нового? У нас, кстати, за 200 подарочек появился, ребят, если что. Звездопадка за 125! Неплохо, неплохо, вообще хорошо. Нет, наверное, этот уровень... Чё-то вот я чувствую. Или чё, пройдём, и тут чё за маг такой? Не, давай чуть попозже. Чё-то чувствую вот поэтому, ребят. Навряд ли мы разблокируем, конечно, эту темку. Пока что. Пам-пам-пам. Давай сюда. А, вот так вот? Расположить. Короче, нужно расположить. У нас, в принципе, это всё имеется. Давай, почему бы и нет. Так, шахтёры будут. Что вот это такое? Мне интересно. Так, звездопадку обязательно берем. Вот такую темку тоже берем, друзья.
Эти еще будут на веревках? Ух, блин. Интересно, интересно. Так, ну ладно, звезды должны помочь нам. Ты на орехи как-нибудь, я не знаю. Эти горшки-то ладно. Хотя они, кстати, прикольные, помогают. Можно тоже взять. Че бы и нет. Мне интересен, что за подарок? Есть за 0, а есть за 200. Вот какой смысл? Начинаем. Начинаем, пацаны. Все, let's go. Так, надо расположить. Я думаю, пока что ладно, мы забиваем на это. Куда вот? Под это поставим. Угу. Все, солнышки сейчас будут даваться. За 0, за 200. Интересный подарочек будет. Так, сюда сразу. Опс, есть на том месте, где надо. Так, а у нас, кстати, непонятно, да, что по волнам. Ну, чем быстрее, тем лучше, понятное дело. Ребят, офигеть, вот это вот. Что творит, что творит. Так, пока они вырастут, тоже, блин. Так, хорошо, хорошо. Все, тут поставили, нормально, нормально, зашибись. Так, звездопадка также у нас, ребят, присутствует. Давай вот так вот сразу делаем. Каких-нибудь можно вот таких вот поставить. Да что это такое? Так. Я думаю... Вот сейчас применим. Ребят, надо на самом деле применяйтинг делать. Хорошо, хорошо. Живем, 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 живем. Понятное дело, тут как-нибудь сейчас будем выкручиваться. О-хо-хо-хо! Вот это, конечно, прикол. Чё, блин, поставилось? Так, ребят, 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 все понимаю, но типа это, погодите. Блин. С ночниками вот этими вот тоже. Ой-ой-ой, братишка, давай подходи. Давай подходи, подойди, подойди, подойди. Будет прикольно. А почему вот этот вот? Я не понимаю, почему этот-то? С этим ничего не случилось. Не произошло. Что-то странное. Странное творится. Тут, видишь, нельзя оставить, кроме этой звезды. Понял. Понял. Так, ребят. Сейчас вот эту поставим. Там, где она и должна быть. Так. Так. Звездопадочка у нас тут присутствует. В принципе, можно и применить. Ну, блин, ну ты... Какой, а? Нехороший. Нормально, кирочки отобрали. Фига там бабла. А, проблема, Хьюстон. У нас как бы это вот беда едет. Едет беда. Ну, тут минка есть, я не знаю. Должна вроде как спасти нас. Поэтому. Капец, это прикол, ребят. Давай, 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 что негодное, что негодное. Блин, картонное солнышко! Что за... Нормально, 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 ребят. Живем, как-нибудь эту штуку поставим, пофиг. Блин, челы на этих тачках там всяких, блин. Эти воровать сейчас будут. Да вы чё, блин, собрались тут? Давай. Ой, хорошо как. Прям хорошо, ребят, прям хорошо. Надо ставить, ребят. На самом деле надо просто выиграть и все. Надо просто выиграть, пацаны. У-ду-ду.
Нормально, 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 нормально. Хорошо, хорошо. Чё, давай против горги. Снегопадочка, хорошо. Ну на время. Ля, это что за братишки спят? Чё это такое? Тихо, не воруй, не воруй. Что делают, а? Смотри, что творят. Надо быстрее делать, ребята, пока есть время. Блин, какая прикольная мини-игра. Давай, 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 давай. Так, следующую, следующую, следующую. Так, что-то там получается, норм. Норм, бабосик, бабосик. Так, чел, правда, что-то начал жрать вообще не там. А, не, нормально, нормально, нормально. Слушай, вот эта темка, вот это хорошо. Так, что нам? Чуть-чуть осталось, чуть-чуть, ребята. Так, и последнее, 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 давай, давай, давай. Давай. Сюда, ребят. Слушай, какой прикольный уровень, а? На самом деле, вот такой уже был. Как бы в оригинале был, был. Ребята, а чё бы и нет? Здорово, здорово, давай. Попробуем. Let's go. О, какие. Ну, я уже понимаю. Такое было, ребят. Просто-напросто сейчас ждем. Мы просто ждем, ребят. Потом мы, если что, в приключения пойдем. После вот этой мини-игры, я думаю. Можно идти. То есть, реально, вот так вот вы видите это все. Две волны. Ага. Ну, это очень жестко будет, поэтому это пока не трогаем. Не-не-не-не-не-не-не. Я думаю, тут можно начинать вот так вот потихоньку. Ну, еще бы... А, так он еще... Господи, он начинает гореть. Ну... Не навсегда, не навсегда, друзья. Единственный минус. А так, блин, смотри, как прикольно. Так, потихонечку конвейер у нас тут складывается. Можем с тобой вот так вот начинать. Ну... Я не знаю, ребят, что мы с тобой ждем. Может, вы уже, ребята, пишете, типа, ну давай быстрее. О, по машинке, нормально там. Так. Хорошо, монеточку заработали. Чел немножко рассердился, поэтому сюда. Бумс. Идеально. Мы специально, ребят, немного ждем, потому что когда волна начнется, мы быстро... Ну, ты понимаешь, он медленный конвейер. Поэтому лучше бы... Так, понимаешь, с магниткой, погоди. А что с магниткой будет? Я хочу увидеть это. Конфеты. Так, чел у нас вот такой вот, да? Ладно. Хотел, он хотел перепрыгнуть, да? Что за конфеточки такие? А? Тут вот, ну, надо было, наверное, попробовать сюда. Там, по-моему, либо сюда, либо туда бы он бы пошел. Ну, ничего. Так, ну и видим. Погоди, братан, не надо. Не надо вот эту черту переходить, пожалуйста. Ради вот этого одного. Ну, тут надо. Две, прикинь, надо тратить, блин. Хорошо, хорошо произошло, кстати, ребята. Ля, гипноденсер, а, смотри, что творит. Ну ничего, тут можно и вот так вот сделать, все, доденсился он у нас. Это еще волны нет, ребята, это еще нет волны, понимаешь? Ля танцует, а. Хорошо, 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 хорошо. Так. Ту-ту-тун-тун. Так, вот сейчас волна пойдет, ребят. Сейчас волна пойдет, поэтому, ребятки, сюда, туда. Так, чел, 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 а то ты немножко, я так забываю, я смотрю, блин. Что-то не то. Так, денежку.
Так, ребята, я вижу, что вы тут хотите... Не надо, не надо. Полетел. Так, магнитки, 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 магнитки. Можно и магниточки потратить. Блин, магнитка-то офигенно прикольная. О, о как. Не знаю, ребят, надо что-то придумывать. Тут надо что-то придумывать. Тихо, тихо, тихо. Побольше, побольше бы мне этих. О, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, пусть они пока идут. Блин, ну надо на самом деле эти тачки, друзья. Вот так вот, вот так вот. 100%. Сейчас ждем, 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 ждем. Знаешь, какой, а? Ты посмотри, ты посмотри! Боже, еще и Гаргантюа, ну вы че, прикалываетесь? Тихо! Вот это я нормально успел! Боже мой, ну чело, ну вы... Я, конечно, все понимаю, но куда? Ну зачем, блин, таких жестких? Капец, капец просто. Ну, let's go. Все, ребят, все, тратим все. А, нормально, повезло, повезло. А я не знаю, он как бы пересек, но пофигу им. Ну, им пофигу почему-то. Ждем, ждем, пацаны, ждем. На нижнего бы. Ой-ой-ой-ой-ой, может все это печально закончится, но! Тихо-тихо. А, ну у нас же газонокосилки, погоди. А как же тогда это работает? Газонокосилочки-то у нас есть, кстати, ребят, смотрите. Точно-точно-точно, я что-то это... Что-то как-то это даже не заметил. Так, хорошо, хорошо, прям отлично вообще. Так. Реальный боулинг. Все, сжигаем. А вот эта черта, ну это как бы, наверное, запускать просто этих. А так-то... Главное, это газонокосилки, да. Не, все, ребят. Тут хоть что сейчас произойдет. Хоть обычный тут у нас стена орешек. Но ты не пройдешь. Интересно. Сюда, друзья, хорош, хорош. Блин, ну это прикольно, это прям очень прикольно. Сколько мы накопили с тобой? Сколько мы с тобой накопили? 11, не, ребят, видимо, как-то сегодня. Хотя какую-нибудь еще мини-игру. Ребят, можно, 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 можно. Я не знаю, конечно, вам нравится или не нравится. Просто рандомно, ребят, тыкаем, да и все. Так, хорошо. Погоди, братишка, секундочку. Так вообще хорошо. Ребят, чесночок можно, я не знаю, там применить. Сюда поставим. Сюда поставим. Вот единственное, меня смущает вот этот ряд. Но как бы, наверное, можно что-то придумать. Пойдет. Туф. Тихо. Ну и все. По факту-то все, ребят. Че пройти должны. Я надеюсь, конечно, в этой базе не будет подвоха. Иначе все. Давай, хавай, 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 хавай. Давай, братишка, хавай. Тут вообще уже капец, ужас творится. Ну-ка. Вкусно, вкусно, да? Минус. Продвигаемся.
Идеально, просто идеально, друзья. Все, прошли мы с тобой. Ну что, вкусно, да? Остренько, главное. Знаешь, как крылышки KFC, наверное. А тут, блин, перчик. Стена орех, блин. Хорош. Как же он долго кушает, а? Ну, в одиночку. Так. Почти. От остроты. Умер. Вот так вот. Так, все, пацаны, погнали в приключения. Приключения нас зовут. А то мы так долго будем еще этот возобой, то все. Но это прикольно, согласись. Это очень прикольно. Вот что это за подарок за 200? Вот это прям интересно. Так, набираем нашу команду. А, тут чисто подарки за 200? Серьезно? Ладно. Ну, давай смотреть. Ох, это уже имба. Братан, это уже имба. Тут уже имба есть. Хорошая прям. Ля, худок. Так, нормально. Все, бабки, правда, мы уже профукали. Что это за грохострел такой, э? Ну, сегодня точно наш день. Полюбас. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это за грохострел такой? Ты смотри. Так, куда-нибудь сюда можно поставить. Блин. Повезло нам. Да не, у нас уже все, рядочки 100% защищены. Ну, смотри, ну это правда прикол вообще. Колючки сзади, но окей. Так, что у нас будет тут? Еще хот-дог, ребят, а че бы и нет? Ну, короче, тут неплохие растения вообще. Ну-ка, что дальше? Окей. Так, бабки забирайтинг. Хот-дог, молодец. Знаешь, как бутер такой с маслом. Так, вот нижний ряд вот мне не нравится, ребят. О, тут защищено. Все, ребят. Можно расслабляться. Хорошо, хорошо будет. Че, бабки вот такие вот на рядочках. А, ну, ну окей, пусть так будет. Да, это по-моему, чуть похуже. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, носорог! Ля, это очень хороший чел. Что за клетка? Это что такое? Типа никто... Не знаю, суперзащита или как? Или что? Что это такое? Мне прям интересно. Бутер еще и дает, блин. Бутер еще дает, офигеть, солнышки. О, это имба. Попробуйте сюда, подойдите. Ребят, ну как-то вы... Что-то скромненько как-то. А, ну все, клеточка пропала, ну понятно. Типа на время супер-мега-дупер защита. Ну прям такие, что это такое, блин? Это что такое на ножках? Это чисто пушка-горохострел, друзья. Вы посмотрите на нее. Какими горошинами, главное, стреляет. Это имба. Вот это имба, ребят. Интересно, сколько она стоит. Тут по нижнему ряду вообще нормально все. Рядочку. Так, 150. Ну, как-то он, я не знаю, уезжает, приезжает или что. Он туда-сюда, что ли, гоняет, э? Что такое? Что за гонщик такой? Нормально у нас тут. Какая-то... Чё, пазл мы нашли какой-то? Даже не знаю, что это такое. Интересно. Так, ребят, ну я, конечно, тоже, блин, тут до последнего довожу. Сюда. Ой, хорошая темка. Блин, ну бабками этот
Этот кошак, блин, стреляет. Я постоянно смотрю и хочу подобрать. Так, пушечку, пожалуйста, зарядите. Офигеть. Не, слушай, это прям мега имба. Капец, что творит? Что творит? По нижнему рядочку у нас что-то нету защиты. Ребята, я почему-то думал, что все у нас слажено, но видишь, в чем беда. Так, ребят. Погодите, я понял. Надо нижний рядочек прям улучшать. Защищать. Я понял. О, 175 стало за место 200? Как так? Нифига, спасибо, приятно. Так, эту штуку вообще убираем. Этот будет сейчас гонять туда-сюда. Да блин, ну звездочка, ё-моё. Ну самый такой рядочек, это нижний, не очень. Хотя тоже в какой-то степени, ребят. У какого рядочка больше всего шансов, ребят, выжить? Как вы думаете? Хорошо. О, рогозик. Нормально. Вот камыш. Так, тут, конечно, что-то как-то, ну так. Все это, конечно, горячая кукуруза. Ну, что-то хочется получше. Давай что-нибудь такое прикольное. Автомат. Что за... Я что, бабки трачу или что? Подарок. Ну имба. Фига, мы чисто в автомате крубимся, да и все. Все, походу, автомат нагрелся, ребят. А, он автоматически, походу. А я там кликал, сидел, блин. Ё-моё. Ну, это, конечно, прикольно. Такая вот. Так, чё дадите? Понял. Автомат тема, на самом деле. Ну, чисто по приколу, если. В принципе, он чё-то такое даёт, автомат-то. Не прям супер-мега. Ну, солнышко дает. Так, что, волна-то приближается? Погоди, еще не все. Ой, нижний ряд самый прям, я не знаю, ребят. Что за... Господи, что мы тут собрали? Так. Боже мой. А вот это, офигеть имба, ребята, вот этот чеснок, офигеть, это очень хорошая тема. Так, я так понял, нам нужны горшки, да, будут взять? Это что, все? Well. Так, горшочки берем, на всякий случай, вот эти возьмем чеснок за 200, ну он прикольный, друзья, за 200 можно и эту штуку, темку взять, прям хорошие. Давай реально чисто подарками попробуем пройти. Магнитку возьму. Обязательно. Так. Стена орех. Обязательно подсолнух. Мину. Ну, как-то так. Не знаю. Сейчас поглядим, ребят. Там, конечно, зомбари такие. Мама, не горюй. Ну, ничего. Прорвемся, ребята. Не знаю, даже трусогриб взяли. Мы чисто попробуем подарки. Подарки разыграть. Вот эти вот. Будем постоянно их юзать. Будем глядеть, что будет происходить. Ну вот этот чеснок, блин. Это интересно. Это прям очень интересно. Такс. Так. Угу. Солнышки-то бери. Так, 200, братан. Давай, что-нибудь прикольное. О, кактус. Кактус, кстати. Да. Прикольный кактус. Так. Чу-ч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 у.
Подарок за 200. Ну хавает вкусно, хрумстит-то кака. Так, что-то надо тут придумать. Звездочка. Ладно, понимайте-ка, я понял, понял, ребята. 275. Придется вас как-то немного усмирить. А то я смотрю, вы что-то, блин, жрете и жрете, бедный. Стена орех. Ледяной кактус, давай, 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 давай. Ну как-то играть чисто подарками сложно. Ребят, непонятно, что там прям дадут. Да блин, ну вот как раз и дали этот чесночок, ну... Блин. Так, вот так вот пока поставим. Ребят, что-то я чувствую пока что. Стоит так сделать. Так, звезды, 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 звезды можно поставить. В принципе, у нас нормально все тут. Так, ребята, вот вам под ноги. Звезды, кстати, хорошие. Понял? Такое себе. Так, звезда, давай разбирай, разбирай, разбирай. Ну, отлично. Я, конечно, понаставил, блин. Так, а мне вот интересно. Ну, сейчас какой-нибудь зомбак там прям крутой-крутой пойдет. 150, кстати, стоит, ребят. Нормально. Живем. Я вот хочу вот этот чесночок. Поглядим. Гипночеснок. Так, надо вот это поустанавливать, 100%. Я не знаю, давайте вот так вот стреляшку. Нормально, нормально, нормально. Так, ладно, звездочку-то убираем. Пофиг, пока. Надо тоже, блин, тут 375. С каждым разом все меньше и меньше и дешевле. Что за... Что за прикол? Это благодаря чему? Вот этой вот, что ли, темке или что? Это надо проверить будет на последнем... На последней волне. Ребята, надо так вот делать. Ой, нехорошо, ой, нехорошо, ой, нехорошо. Давай, давай, пулик, фигач. Молодца. Ну тут уже прям капец, что происходит. Гипночесночок попробуй примени. Уже все, не до него, понимаешь? Уже не до него. Мы его, конечно, взяли, но... Ну, братан, ну разочаровываешь. Пулеметик, пулеметик, нормально. О, поджигалочка, поджигалочка, нормаль. Так. Ставим, ставим, пацаны. Ну что-то жестко, погодите, погодите. Толкатель. Здесь, конечно, он не особо пригодится, поэтому пофиг. Такс. В
вторая волна. Вот когда третья, ребят, начнется, мы с тобой попробуем вот эту штучку убрать. И мне интересно, это реально как бы скидончики или что? Скидки, не скидки? То, что я говорю, растения-то вон дешевле стали стоить, ё-моё. О-о-о, нормально, нормальная штука. Хорошо. Ой, гипночеснок реально работает, ребят. Прикол. Вон, мелкий идет, ребят. Ну, я не знаю, куда он там идет, блин. Ну, окей, иди. Что? Это что такое? Нифига, смотри, как он стреляет. Катапульта, прикинь. Вот дают. Не, ну так-то надо побольше этих. Чтоб... Ребят, понимаю, конечно, но надо вас как-то проучить, блин. Ледяная. Ну, она, кстати, будет преобразовываться, поэтому нормально. Не трогай звезду. Так, короче, ставим пока сюда вот эту вот. Вот эту вот ставим. Ля, что-то сожрал. Так, ребят, пора скидки. Реально эта штука давала скидки. Ну, сейчас-то можно на третьей волне, уже пофигу. Но интересно. Прикольно, я смотрю, подешевело все. Крутая темка. Каждый раз хотя бы ее выбивать тогда было бы замечательно. Так, бабки, 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 бабки. Ну все, нормально. Тут, правда, я не знаю, чеснок гипно как бы не особо прям помог. Вот это я даже не понимаю, ребят. Что за... Ну это как бы кофейный боб, он должен будить. Ой, ну сколько тут зомбей, ты посмотри. Так, нам нужно это проверить. И проверить вот... Ну, скорее всего, просто этот боб будет бодрить горшки. Это понятно, ребят. Так, набираем. Набираем, набираем. Все, отлично, звездопадка у нас будет. Я не знаю, эту штуку можно пока не брать. Вот эту штуку возьмем, чисто, знаешь, для подстраховки. Будем через подарки играть. Как бы, ща придумаем, ребят. Че-нибудь-то придумаем. Все, начинаем. Начинаем ставить, ребят, фармить быстренько, быстренько, быстренько. Все у нас попрет. Так, следующий горшочек. Так, все, попер. Притом, смотри, какой попер-то. Бобер. Так, ладно. Ну, я, значит, ставлю, пофиг. Они у меня где-нибудь сзади вот эти вот будут. Ну, давай. О, замерзает, пошло. Так, попробуют за нулевочку, ребят. Чтоб удивиться так, что капец. Погнали. Что там у нас? Ну, кстати, неплохая темка для начала. Почему бы и нет? Для начала, в принципе, пойдет. Чё бы и нет. Так, тихо-тихо, погоди. Надо вот эти вот сначала расставить прям. И все, чтоб росли, росли они, понимаешь? Найс. Так, ну и все. Тут мы что ставим? Вот такие вот стены орешки. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Лучше за 250 еще одну купить, ребята, пока что. Давай, давай, побольше, побольше их надо. Там звездопадка на всякий случай будет, если что. Ну ты понимаешь, все равно надо как-то это. Так, тут уже начинаем мы с тобой. О, другой урон уже пошел.
Так, Боб. Угу. Так, чесночок-то надо, я думаю, применить. Только не на нем, а вот на том. Братишки. Раз сейчас добежит. Все, найс. А, ну, ну блин, он уже такой, знаешь, полудохленький. Ладно. Так, звездопадка у нас есть. Так, еще ставим. И будем, короче, через подарочки как-нибудь играть. Ребят, будем их сюда вот ставить. Нулевку. Ну, кстати, ну, такой себе, да, вариант. Что-то как-то пазл. Вот, и что это такое? Интересно, интересно. Так, мы хотели вот это проверить. Да, все, он разбудился, ребята. Ну, вау, вау. Такс. Хорошо. Еще одну поставлю. Еще одну поставлю. Так, подарки пошли в бой. Отталкиватель, снегопадка. Или что это у нас? А. Ну, как-то я не знаю. Ну, что мне это? Мне это вот, видишь, дальние нужны. О, о! Хорошая тема. И это хорошая темка. Да. Неплохо. Хорошо. Перерад. Так, растите, растите, растите. Сейчас мы снегопадочку там, если что, по стариночке. Еще. У нас вот такая темка есть еще плюс. Ребят. Я не знаю, забейте просто. Кусачий чеснок. Еще одна? Да вы че, прикалываетесь? Хорошо. Хорошо прям вообще. Боже мой. Крип судьбы. Ну ты прикинь. Так это он еще и помогает против этих, прикинь. Ё-моё. Точно, точно. Так, пробуем. Пробуем. Ой, ну такие все они. Так, тут типа может спереть, но ты попробуй. Попробуй спереть-то. Офигеть, у нас просто практически все эти кукурузные пульты, эти пушки, блин, здоровенные. Давай, братан, настало твое время. Интересно, дырку будет оставлять? Будет, похоже. Так, сюда. Темка, конечно, прикольная. Минус 50. Так, чинить бы еще бы такое. Вентилятор. О, а он такой, значит, может. Он так еще умеет, нифига себе. Воу-воу-воу-воу-воу. Дружище, хорош. Ну че вы мне вот этого впариваете, зубастика? Все хотят мне впарить. Ребят, сюда. Да что такое? Одни пушки мне тут дают. Ну посмотри. Единственное, толкатель надо убрать и все. Спасибо. Блин, раздавил, к сожалению. Так, вторая волна у нас следом. Давай, что-нибудь крутое, пожалуйста, что-нибудь крутое. Ну... Не, ну эта тема прикольная, они пробивают там. Но я просто хотел-то все-таки... Так вот, ребята, сразу же. Так. Хорошо пошло. Звездопадочку можно. Они притом еще станятся, ребят.
Так, картофельная. Давай. Огонь. Пожалуйста. О, отлично, 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 отлично. Ну вот как бы не хочу лишаться, погоди. Чесночок. Не, ну звездочка это, конечно, хорошо, но... Как бы хотелось вот такую вот штучку. Ё-моё. Ну что-то жестко пошло. Блин, просто уничтожили тут. Так, подарок, давай, удиви меня. Ага, понятно. Реально, вот удивило. Реально удивило. И ничего не скажешь. Фонарь. Так, ребят, тут как бы это, проходят? Так, ну-ка, давай что-нибудь тут. Ну ладно, пусть так. Действительно удивляет. Так, надо на эти штуки. Давай, 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 давай. Блин, горшок нужен. Бум-бум-бум-бум. Хорошо. Ну, вот такой вот компании мы прошли. Чё бы и нет. Во, 325, серьезно? У меня их два было, и они, ну... Погнали, вы понял, темку... О, ночная крыша. Хорош. Так, всяких братишек у нас, понятно, достаточно. Быстренько придумываем, ребята, чё будем брать. Обязательно горшки, вот такие горшочки. Потом вот такие горшочки. Водопадка, не знаю, гипночеснок. Ну, он прикольный, но 200 стоит. Если бы хотя бы поменьше, ну ё-моё. Так, через подарки будем, ребят, играть, наверное. Это прикольно, это прикольно. Правда, иногда могут такое дать, что я не знаю. 125 обязательно берем. Это интересно. И, наверное, за 350 тоже сразу же эту темку взять. Все. Я как-то вот уверен в этом, да. Все, погнали. А подарки сейчас не применяем ни в коем случае. Пока что, ребят, чисто развиваемся. 350 останется, надо будет обязательно... Так, 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 так. Главное вот эти, чтобы выросли. Быстрее, побыстрее, побыстрее. Потом вот это за 125. Хорошая, нормальная темка. Ночная крыша, прикольно, прикольно. Че, прикалываетесь, что ли? Стенорех? Сразу же? Ну тут надо ставить полюбас. Все, ребят, ставим, 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 ставим. 100%. Надо ставить, надо ставить. Пофиг, какие горшки уже. Сейчас. Я же понимаю, перфекционисты немного негодуют. Но, ребят, вы извините. Как бы надо, надо. Так. Понимаю, понимаю. Не, разваливается нормально. Вот сейчас главное вот этого. Вот этого. Завалить. Так, спасибоньки. Все, мы тут нормально живем, 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 живем. Помчал, помчал. Куда ж ты помчал-то? Погоди, погоди, погоди. Нифига ты помчал-то, братан! Чё-то сильно ты помчал. Так, ну все, ставим, наверное. Пожалуйста, что-нибудь... О, это очень круто! Инферно, вот это королева подсолнухов, офигеть! Ребят, вот эта тема, королева подсолнухов, имба лютая. Все, смотри, она и стреляет, она и солнышки дает. Это что-то с чем-то, только будет забавно, конечно, если сейчас вот эту машинку... Видишь, как долго? О, нормально надала. Так, 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 так. Чё-то как-то, блин, пульки... Пульки не берут. Ну, только не говорит, что она погибнет. Ну, блин, ну...
Окей, окей, я понял вас. Ну, дорогая она слишком, и я в минус большой ушел. Блин, даже с ней, прикинь, мы не смогли. Вальнуть тут в тачку, и все. В тачку. О, клевая тема. Клевая, 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 клевая. Ну, попробуй, попробуй, да. Так, все, тут установили. Окей. Давай, через подарки, что-нибудь годное. Он продал их. Но зато, кстати, мы обогатились. По идее, да. Жуткая тема, ребят, жуткая тема. Вот смотри. Ой-о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 й
Мега-пулемет Горохострел, ты посмотри, что творит! Боже, нам такой же нужен еще внизу. Офигеть, как это работает? Это как работает? Прикол. Это угар. Ну-ка, пожалуйста. Нет, тут у нас фонарь. Но он замораживает как бы. Так, ребят, надо ставить нам все-таки эти. Офигеть, эти подарки вообще прикольные. Ну, можно и в минус уйти, да. Как бы вот пазлы вот эти дают. Я даже не знаю толком, что они дают. Как бы, ну окей. Так, за 200. Например, за 200, ребят, подарок. Окей. Ой, ты плачет, бедолага. Сейчас эти там помчут. Жалко, стена орешек. Мы огненные не взяли. Ты представляешь, какая имба была бы? Ну ладно. Так, чё я? Зубастик помог. Угу. Давай, хавай. Зубастик должен сейчас помочь. Нет? Так, там тачка. Ладно, фиг с зубастиком. Давай, за 200 что-нибудь годное. Let's go. Перечный грибочек, кстати, прикольный. Прикольная темка. Звездопадку-то надо было брать. Я что-то уже это... Да как-то подзабил, ребят. Думаю, то, что мы 100% тут что-то пройдем, то все. Блин, а тут может быть жесть. Поэтому пока что вот так вот. Арбуз! Кстати, прикольно. Он, по-моему, кидает арбузами. Этот вот кинарик. Так, вот тут вот перечный грибочек вот этот вот, вот поджигает. Это прикольно. Так, за 200 и за нулевку сейчас. Вот сюда вот. Фига, какая тема. Золотой подарок. Не кушайте, пожалуйста. Это обидно. Так, челик, ты давай это. Еще перечный грибочек. Прикольный. Что там, арбузик, кстати, помогает? Ну-ка, арбузики, арбузики реально летят. Ну это жесть, это просто посмотри на это. Ну так вот, побольше сделаем. Куда ж мне посадить и что посадить? Так, вот сюда вот. Ну-ка, тут что будет у нас? Ну, звезда такая. Маслицем кидает. Интересно. Арбузы и такие летают, блин. Не, мне кажется, вот приключения это как бы приключения. А вот мини-игры там будет капец. Слушай, какой вот этот перечный гриб вообще прикольный. Как его открыть, Когда он открывается? Мне такой нужен срочно. Имба, вот эта пушечка. Ля, ну Гаргантюа, ну куда ты, блин, попёр там, а? Куда ты вот там попёр?
Штука, по-моему, еще и деньгами, да, кидается. Я сюда не могу поставить. Понимаю. Ладно. Ладно, так вот будет. Так, замечательно. За 200 ставим, пробуем. Огненная кукуруза. Могли бы, кстати, и это добавить. Огонь-то. Ну вот этот пулемет, ребят. Ох, какой же он крутой. Блин, ну как я... Ребят, на этом пока что все. Обязательно поставь лайкосик, залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братик.